тренинги и мастер-классы, стратегические проектные сессии и, конечно же, программа повышения квалификации. Глава муниципалитета Андрей Иванов вручил удостоверение участникам курса повышения квалификации, прошедшего на базе Одинцовского кампуса МГИМО. Коллеги, теперь каждый из вас получит удостоверение государственного образца повышения квалификации МГИМО. МГИМО – это бренд и не только общероссийского, а международного уровня. И теперь каждый из вас сможет честно сказать, что учился в МГИМО. Ну, точнее, повышал свою квалификацию. В современном мире необходимо постоянно быть в курсе новых тенденций в разных сферах. Сейчас востребованы профессиональные, цифровые и мягкие навыки. Последние включают способность организовывать командную работу, вести переговоры и адаптироваться к изменениям. Именно это и стало одной из важных тем на курсах МГИМО. Неважно сейчас, каким навыкам вы пытаетесь себя научить или мы пытаемся вас научить. Важно вообще постоянно учиться, чтобы оставаться конкурентоспособным. И постоянно рефлексировать на тему, где вы находитесь сейчас, чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра. Участники курсов отметили эффективность пройденной программы. 3 недели занятий не прошли даром. Все получили новые знания. Они были очень насыщенные, интересные. И я думаю, что многое можно взять именно... Самое главное, что можно взять именно в свою работу, да? Это и в плане психологии, это и в плане организации работы. Обучение принесло свои плоды, оно было продуктивным и каждому пошло на пользу, отметил Андрей Иванов. В будущем совместная работа администрации муниципалитета и МГИМО будет продолжена. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцово».